года, наверное, два назад здесь проводили работы, сдали боеприпасов в тротиловом эквиваленте на 23 килограмма. Фотоснимок есть 41 года. Они мост стоит, и они слева и справа от моста стояли вот так, чтобы не обошли мост. Потихоньку пошел. Все, пошел, я вижу по дереву, вижу. Есть, есть! Вот именно так Ёж работал, когда техника на него наезжала, а танк не мог его сдвинуть, поэтому наезжал и либо зависал, либо проламывал броня. Да. А заезжаем и сидели наш противотанковый расчет. Все, сейчас он катать можно туда свободно. Сейчас ребята переворачивают, да, нету одного элемента, то есть лапы одной опорной. Вот она обломана, ее видно. То есть либо немцы его как-то, ну, сломали, может быть, техникой там еще, когда кантовали, либо, может быть, подрыв был ежа. Ну вот, 1908 видно. Это наш, это имперская еще. Сегодня на Бородинском поле гуляют люди с детьми. Сюда приезжают туристические группы, проводятся исторические реконструкции былых боев в память о героизме наших солдат. Именно здесь были сорваны захватнические планы военных кампаний французского императора Наполеона в 1812 году и гитлеровской Германии. В октябре 1941 года на Москву наступали элитные части гитлеровского вермахта и войск СС. Здесь, на Бородинском поле, в те дни решалась судьба не только столицы, решалась судьба всей страны. Сентября 1941 года Гитлер подписал директиву номер 35 о переходе группы армий «Центр» в генеральное наступление на Москву. Планом операции было предусмотрено до наступления зимы взять советскую столицу. Операция получила название «Тайфун». Кто к нам пришел в 1941 году? Пришел не шахтер, пришел не пивовар, пришел... не крестьянин, к нам пришел растленный, сформированный насильник, пришел убийца, пришел мародер, пришел грабитель, пришел вершитель наших судеб. И когда эта масса против любого другого соотношения пошла перевесом 7-8 раз на каком-то избранном участке фронта, кто может устоять? Мыши, полевочки маленькие, падают в окоп и бегают по окопу. Я их еще отгонял руками. И вдруг танки! Танки, я вы... А у меня брусья, винтовка лежит. Я поглядел, боже мой, действительно, танки. Я после Бородинского боя немало воевал, немало и бил танки, и пехоту, и дзоты, и доты. Но такого этих первых дней на Бородинском поле у меня не было. В жизни я не встречал. 30 сентября 1941 года немецкое командование начало операцию с целью к концу октября, началу ноября победоносно завершить войну. Так началась битва за Москву. Крупнейшее в истории стратегическое сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 3 миллионов солдат и офицеров. В эти дни начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер писал в своем дневнике: «Окружение группировки противника в районе Вязьмы завершено, и при более или менее правильном руководстве окружение Москвы должно удастся. Пока «Тайфун» реализуется очень успешно». На западном направлении, особенно на участке Западного фронта, сложилась крайне опасная обстановка, что все пути на Москву по существу были открыты.
так как на Можайской линии, где находились наши небольшие части, они, естественно, не могли остановить противника, если бы он двинул свои войска на Москву. Немцы, все их главные силы были скованы действиями наших окруженных частей западнее, северо-западнее Вязьмы. Помню, когда через нас вдруг вечером проходит отряд, ну не знаю, ну лошадей ведут 10-12, а сами все, многие перевязанные, раненые. Они мимо нас прошли, а капитан последний с одной шпалой, погонов тогда не было, говорит, ну да, нас славянин назвал, первый раз ты назвал нас славянин, ну славяне, там больше никого нет, мы последний корпус, от корпуса что осталось. Москва стала для фронта вторым фронтом, потому что Москва из своих 4,5 миллионов населения 1 миллион отправил в армию и в дивизии народного ополчения. Столько погибло людей, это я не знаю. Я видел столько трупов, это кошмарно. Мальчишка я, думаю, что же мне делать? Дали по 3 обоймы патронов, по 5 обоим, в обоим 5 патронов, 15 обоим. И все, по 3 обоймы на винтовке, больше у нас ничего нет. Ну, я тут же позвонил Сталину в Москву и доложил ему существо обстановки, суть обстановки. Ну, и сказал, что самое главное – это сейчас как можно быстрее занять Можайскую линию обороны. Потому что на участке Западного фронта по существу войск нет. Решением Ставки от 6 октября 1941 года на Можайскую линию обороны с Ленинградского фронта срочно была перенаправлена только что прибывшая из-под Владивостока 32-я краснознаменная саратовская стрелковая дивизия, сформированная в 1922 году, имеющая опыт боев с японскими милитаристами на озере Хасан в 1938 году, полностью укомплектованная личным составом, техникой и вооружением. Командир, полковник Виктор Иванович Полосухин. Полосухина нету фактически времени, это там буквально какие-то 2 дня, вот, они даже толком вкопаться не успевают. Вот. Тут уже выходят немцы. Фронт 45 километров. Это абсолютно нереальная задача. По нормативам того времени дивизии назначалась полоса обороны по фронту 12-15 километров. Для удержания дивизии полосы в 45 километров требовались высокое командирское искусство, воинское мастерство, беспримерный героизм. По воспоминаниям современников, наблюдая выход частей на рубеж обороны, Виктор Полосухин сказал офицерам штаба: «Священное место. Мы должны драться с фашистами так, чтобы вся наша страна знала не только Бородино 1812 года, но и Бородино 1941». Оно такое красивое, это Бородинское поле. Даже жалко как-то эту землю копать было. Вот окопы орудийные. Наша батарея, вторая батарея 1-го дивизиона 133-го полка расположилась недалеко от памяти Караевскому. Это бывший артиллерист времен 1812 года. Когда оборудовали мы огневые позиции, уже день прошел. Мы дали клятву ни шагу отступить с этой священной земли, ни шагу назад, потому что сзади нас Москва. Мы должны или умереть, или победить. «12 октября 1941 года в газете «Красная звезда» была опубликована статья «Выстоять». Фронтовой корреспондент Илья Эренбург в ней писал: «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль – выстоять. С востока идут подкрепления. Октябрь 41 года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости».
В полосе обороны дивизии на Москву наступала 2-я танковая дивизия СС «Дастрайх», 10-я танковая и 7-я моторизованная дивизии из 4-й танковой группы вермахта. 120 километров до Москвы – это двое суток для полнокровных танковых дивизий, так что в середине октября немецкие танки уже могли бы громыхать гусеницами по Арбату. Документ из немецкого архива. Москва взята. По этому случаю грандиозный фейерверк. Начало в 7 вечера. Но где же дата? 12 октября 1941 года 32-я дивизия вступила в бой с превосходящими силами врага, а 16 октября под Волоколамском приняла бой с гитлеровцами и 316-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Васильевича Панфилова. Наступавшие на позиции 32-й дивизии солдаты вермахта были убеждены в том, что Красная армия обессилена. Но, подойдя к Бородинскому полю, встретили ожесточенный огонь со стороны красноармейцев. Есть несколько документов, которые описывают этот бой. Они все имеют разночтение. Есть некоторый документ, донесение, в котором написано, что вообще первый бой принял расчет противотанкового орудия, который находился не в доте, а на трассе. Возле трассы они располагались. И они, им поступил приказ открыть огонь по танкам. Они не видели танки. Они орудие выкатили на трассу и прямо с открытого места начали по танкам бить. Вот зажгли несколько танков немецких. То есть им пришлось для того, чтобы принять бой, орудие выкатить на открытое место. Немцы, естественно, их обнаружили, расстреляли, этот расчет погиб. Официальные документы свидетельствуют о том, что механизированная колонна немцев остановилась у моста через речку Еленка, взорванного до этого советскими саперами. Во всех, так скажем, официальных документах описывается, что именно расчет Харинцева принял первый бой, и ветерану был показан этот дот. Поэтому как бы вот его и отметили как дот Харинцев. Точной наводкой бойцы 17-го стрелкового полка дивизии Забелин и Кравцов уничтожили сразу 6 танков врага. Затем были разбиты и подожжены штабные машины. Вслед за ними загорелась остальная техника. Это задержало продвижение вражеской мотопехоты, следовавшей по дороге за танками. Немецкие танки и пехота при поддержке с воздуха вынудили бойцов 322-го полка дивизии, защищавших деревню Рогачева, отойти от нее. К югу от деревни Ельни держал оборону приданной дивизии батальон курсантов Московского военно-политического училища. Откуда то с Бородинского поля, с центра, там раздались несколько выстрелов, подбили 2-3 танков. А потом, значит, прошло какое-то время, начали нас бомбить артиллерию. А мы никогда этого ничего не слышали. И вот мы 4 линии опять вот это сражали. Значит, то нас выстрелит, то мы бегать снова туда были. Очень трагичная судьба этого подразделения. Это вообще было последнее подразделение, которое отошло от Можайской линии. Уже когда Можайск был взят, вот, курсанты еще вели боевые действия по тылам немцев. Попав в окружение, курсанты провели комсомольское собрание, на котором приняли решение, пока еще боеспособны, не прорываться из окружения, а до последнего громить немецкие тылы. Луна была светло. Значит, мы подползли и, значит, по команде, значит, и сразу, наверное, гранат, десятка-полтора сразу гранат, бросили, взрывы пошли. Никто не ожидал. И немцы начали оттуда выбегать. Кто русах, кто без трусов. Батальон курсантов, насчитывающий 700 человек, потерял в этих смертельных боях практически весь свой состав. В живых остались только 52 человека. 14 октября 1941 года гитлеровцы окружили командный пункт 17-го стрелкового полка, где находилось знамя полка. Там в живых остался только сержант Жданов. В эти роковые минуты к месту прорыва прибыли комиссар дивизии Мартынов и заместитель начальника политотдела Ярцев. «Товарищ комиссар», — обратился сержант Жданов к Мартынову, — «я ранен и не знаю, насколько хватит сил сражаться. Возьмите знамя в свои руки». Он расстегнул шинель и отдал спрятанное на груди боевое знамя. Из окружения удалось выйти только троим — Мартынову, Ярцеву и Жданову. Полковая святыня была спасена.
В этот же день около 10 часов утра свой первый бой приняла 2-я батарея 133-го легкого артиллерийского полка. Двинулась пехота. Ну просто черная, зеленая лавина. Поддерживает лавров из транспортера. Остается метров 300. Кричу командиру взвода: можно стрелять? А он говорит: нет, подожди получше. Не торопись, не волнуйся. И вот я волновался, как бы не промазать в этот бронетранспортер. А он же идет строчек. Притом уже в моем расчете 2 раненых. Когда я сделал выстрел первый по бронетранспортеру, он сразу остановился и повернулся в другую сторону. Его развернуло и взорвался. В ночь на 15 октября 1941 года рота лейтенанта Глухова первой пошла в атаку. Это было внезапно для солдат и офицеров немецкой армии. Отряд фашистов, находившийся в это время в Рогачево, был почти полностью истреблен. Немцы неоднократно пытались захватить деревню Артемки и прорваться по Минскому шоссе. Непрерывные танковые атаки на рубеже чередовались с артиллерийскими налетами, авиационными бомбежками. В подразделении майора Николая Карипанова большие потери, кончились боеприпасы. Началась новая танковая атака. Из книги Николая Алексеевича Бурлакова надпись на Рейхстаге «Записки артиллерийского разведчика». Стало ясно, что наступили последние минуты. Карипанов обвязал себя противотанковыми гранатами. Его примеру последовали оставшиеся в живых несколько десятков человек. Он сказал солдатам: «Врагов больше, чем нас. Мы сделали все, что могли. Прощайте, ребята. А теперь вперед!» Солдаты молча последовали за ним и поползли навстречу танкам, попав под пулеметные очереди. Кто живым добрался до цели, бросился под гусеницы. Более 10 бронированных немецких машин остановились. Этот подвиг воинов-полосухинцев через месяц, 16 ноября, в бою у разъезда Дубосекова повторят 28 героев-панфиловцев. С 12 по 18 октября днем и ночью под постоянной бомбежкой воины-полосухинцы отражали удары гитлеровских войск. За эти 6 дней руководству страны и высшему командованию Красной Армии удалось подтянуть резервы и создать рубежи обороны. 18 октября дивизия Полосухина по приказу командарма 5-й армии организованно отошла на подготовленный рубеж. Можайск был оставлен. Задачу задержать противника как можно дольше дивизия выполнила. Войска нацистской Германии понесли большие потери, несовместимые с продолжением наступления. Были измотаны, нуждались в пополнении, ремонте техники. Им нужна была передышка. Нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. От стены кремлевской, из колонн парадных шли полки на запад, ускоряя шаг. Кто победы знамя водрузил в Берлине? Мы над Бухарестом, мы над Будапештом. Мы над Веной и Прагой подняли наш флаг. Парад 7 ноября 1941 года проходил после того, как на Можайском оборонительном рубеже был сорван план гитлеровской операции «Тайфун» по захвату советской столицы. 5 декабря 1941 года началась московская контрнаступательная операция, завершившаяся разгромом немецко-фашистских войск весной 1942 года. Вот что писал комдив Полосухин своей жене 30 января 1942 года.
Я иду все дальше и дальше на запад. Погода стоит серьезная. Мороз хороший, наш, русский. Снегу достаточно. Немцу приходится тяжело драпать на запад. Ну а мы его догоняем и бьем. Война – это война. В феврале 1942 года легендарный комдив погиб. В 1978 году ветеран 32-й дивизии указали это место как место гибели комдива. В этот же год и был установлен памятный знак. Сегодня воины 144-й дивизии, как и в годы войны, называют себя полосухинцами. Солдаты и офицеры продолжают традиции героев-фронтовиков. Вообще, я историей Великой Отечественной войны интересовался с детства. Мне и прадед рассказывал, и фильмы, и книги я читал. И когда читал про битву за Москву, я вот узнал, что была такая 32-я гвардейская дивизия, которой командовал с апреля 41-го и до своей гибели февраля 42-го полковник Полосухин. А когда попал сюда, в роте молодого пополнения, нам заместитель командира части по военно-политической работе рассказал, что вот эта 144-я гвардейская дивизия, она правопреемница вот той 32-й, которая под Москвой сражалась. Современный солдат 144-й дивизии – это грамотный, высокообразованный молодой человек, профессионал своего дела. Наши военнослужащие готовы выполнить любую поставленную задачу. Они высоко подготовлены, как профессионалы. В руках у них надежное, лучшее в мире оружие. Наши солдаты и офицеры достойно выполняют учебно-боевые задачи на полигонах и достойно выполняют специальные задачи, в том числе и в Сирийской Арабской Республике. В этом году дивизия участвовала в стратегических совместных учениях «Запад-2021». Самой кульминацией этих учений явилось это этап боевой стрельбы на полигоне Мулино 13 сентября, на котором присутствовал верховный главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации. По его оценке, войска со своей задачей справились. В 1938 году шестеро воинов 32-й Саратовской краснознаменной стрелковой дивизии в боях с японскими милитаристами на озере Хасан стали героями Советского Союза. В 1941-м дивизия отличилась в битве за Москву, став 29-й гвардейской краснознаменной, освобождала Ельню, города Латвии, Ригу. В годы Великой Отечественной войны четыре воина стали героями Советского Союза. В 2016 году дивизия была вновь сформирована как 144-я гвардейская ельнинская краснознаменная ордена Суворова второй степени мотострелковая дивизия и сохранила все воинские регалии 29-й гвардейской стрелковой дивизии времен Великой Отечественной войны. Сегодня проходит очень важное мероприятие, и мы отдаем дань уважения павшим военнослужащим в годы Великой Отечественной войны. Можно сказать, наконец-то для них война закончилась. За все время проведения поисковой работы подняты останки 500 военнослужащих. А в части, касающейся нашей дивизии, 32-й, уже порядка 120 человек. Если точно, то 116 останков поднято с поля боя. Еще молимся о покоении душ усопших, воинов, погибших на полях сражений. Господи, покой души усопших, возьми воинов, где лежащих, и же имена ты сам веси. Вместе светли, вместе злачны, вместе покойны. Всюду же отбежи болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, делом, словом или помышлением. Яко благие человека любит Бог. Прости, я конец чему. Шесть героических дней обороны на Можайском рубеже. Первая точка опоры, от которой пошел неумолимый для врага отсчет времени к нашей победе.
Именно здесь были написаны первые буквы на снарядах по Берлину. В первых шагах к победе неоспоримо велика роль 32-й краснознаменной стрелковой дивизии и ее комдива. Позже полковника Виктора Ивановича Полосухина назовут героем второго Бородинского сражения. А 16 августа 2021 года указом президента России Владимира Путина Виктору Полосухину присвоено звание Героя России посмертно.